Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 мая. Страдания святого мученика Калуфа, египтянина. Святой мученик Христов Калуф пострадал в царствовании Максимиана. Он был родом из египетского города Фив. Из-за исповедания веры во Христа схвачен был и предан Егемону. Последний велел привязать ему на шею большой камень и повесить его вниз головою, после чего палачи стали бить его. Но святой мученик говорил им: «Я желаю блаженства будущей жизни, и ради этого терпеливо переношу побои и страдания». После такого истязания святого сняли с дерева и стали принуждать его принести жертву идолам. Но он отказался сделать это. Тогда его бросили в огонь, где он и принял кончину временной жизни. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.